Да к черту эту деревню. Лучше проведу ночь в машине. Черт, это еще что? Проклятие! А вот и волчара! Он прям на капоте! Нам нужно серебро! Так что каждый из вас, идите домой и принесите все серебро, которое только сможете найти в кузне. Мы выплавим из него оружие. Так, вроде достаточно. Отлично. Первый патрон готов. Братья и сестры, не надо сражаться со зверем. Мы накликаем на деревню большую беду. Твою же! Получай! Черт! Что это было? Что это было? Я подстрелил зверя! Он побежал в твою сторону! Здесь кровь! Да, это его! Надо идти после... Она ведет в церковь! Не может быть! Получается, это священник. Это священник! Но там ведь люди! Черт! Не с места! Вы что себе позволяете? Это храм! Сюда нельзя с оружием! Покиньте немедленно храм! Кровь! Кровь привела к тебе! Ты и есть оборотень! О, это я... Я брился! Брился! Хватит врать! Мы знаем, что ты оборотень! Линч! Линч! Но ты ведь сказал, что ты подстрелил оборотня, а на нем нет ранений. Вот черт. Что здесь происходит? Отвечай! Где оборотень? Я не понимаю, о чем вы. Прошу вас покинуть храм. Ах ты, значит ты скрываешь оборотня. Где он? Отвечай! Линч, 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 хватит. Идем отсюда, идем. Я знаю, что ты что-то скрываешь. И я докопаюсь до правды. Слышишь, докопаюсь. Черт! И двери за собой закройте! Твою ж мать! Значит, оборотень пробежал мимо церкви и ринулся в лес. А в лес нельзя, там волки. Наша охота провалилась. Нет! Нет, что-то тут нечисто. Слишком много совпадений. Старик что-то скрывает. Но ты же видел священника. Он не ранен. Значит, он скрывает оборотня. Мы должны проникнуть в церковь. Он по-любому будет там, я уверен. Но священник нас вряд ли туда пустит теперь. А он и не должен об этом знать. Как это? Что ты имеешь в виду? У меня есть план. Завтра утром я проникну в церковь. Ой, не нравится мне это, не нравится. Я уверен, что он что-то скрывает. Уверен. И завтра мы узнаем, что именно. В общем, ребята, как вы видите, уже утро. И Генри сейчас находится в церкви. Он должен уговорить священника осветить его кузню. Якобы он снова начал заниматься делом. И тем самым он выманит его. А у меня будет немного времени, чтобы осмотреть там все. Черт, кто-то выходит. Надеюсь, меня не заметили. Какой-то разговор. А? Генри и священник. Надеюсь, у Генри получилось его уговорить. Так, Генри уходит. И священник за ним. Да, получилось. Отлично. Давай, давай, давай. Все, путь свободен. Можно идти. Твою ж мать, заперто! Он запер двери. Вот же хитрец. Так, что делать, что делать? Может попробовать пробраться в окно? Черт, заколочено. И здесь. А здесь нет. Придется немножечко пошуметь. Вроде никого. Так, путь свободен. Отлично. Я внутри. Но старик все убрал. Черт. Никаких следов крови. Так, ладно, надо все обыскать.
Это место, где людям прощают грехи. Только сам священник грешен. Кровь! Он забыл убрать одно пятно. Но что? Куда? Куда оно ведет? Здесь ведь тупик. Если бы он прятал здесь тело, было бы больше крови, а не одна капля. Кажется, я что-то упускаю. Но что именно? Здесь ведь ничего нет. Разве что какой-то скрытый проход. Но где его искать? Стены каменные, подвала тоже не видно. Так, глухой звук. Там определенно что-то есть. Какая-то комната. Но никаких щелей, никак... Как же... Ну же, давай! Есть! Скрытая дверь, которая ведет в какой-то подвал. И там еще кровь. Черт, все не так просто. Вот это уже интересно. Ладно. Думаю, надо спуститься, пока священник не замел следы. Это определенно кровь того самого оборотня. Черт. Которого я подстрелил. Сейчас день. И луны нет. Значит, и оборотня нет. Получается, мне нечего бояться. Надо просто идти по следу. Так, там какая-то комната. И в ней горит свет. Черт. Следы от когтей. Так. Посмотрим. Твою же мать, там кто-то сидит. Человек. Он прикован цепями. И здесь повсюду следы когтей. Что происходит? Ничего не понимаю. Стоп. У него на груди кровь. Похоже на рану. Кажется, это оборотень. Он мертв или спит? Черт, кто-то идет. Надо делать ноги. Проклятие, там свет. Это священник. Он зашел в ту комнату. И что он там делает? Я должен выяснить. Эй, очнись. Похоже, он с ним разговаривает. Я тебе покушать принес. Стоит прямо возле него. Ладно, надо сматываться отсюда, пока меня не заметили. Ты что, меня не узнал? Вроде не увидел. Это я. Тихонько, тихонько. А теперь бегом. Ручка с этой стороны. Хитро, хитро. Старик полон сюрпризов. Ладно, теперь сваливаю. Черт, он опять запер двери. Да чтоб меня, придется опять лезть в окно. Все, я на свободе. Надо быстрее рассказать Генри. Генри! Генри, ты здесь? Генри, что ты делаешь? Как это что? Восстанавливаю свой бар. Ты не поверишь, что я видел в церкви. Там есть скрытый подвал. И там человек, прикованный цепями. И у него ранение. Я думаю, это оборотень. Мне это больше не интересно. Местные теперь не приходят в бар из-за того, что я общаюсь с тобой. И мой бизнес терпит крах. Да забей ты на этих местных. Прости, но тебе лучше уйти. Мы сами как-нибудь разберемся.
потерпим. Но ведь разгадка так близко. Этот священник держит человека там внизу. У меня есть запись. Я могу тебе показать запись с камеры. Прости, Линч, но меня это не интересует. Тебе лучше уйти. Но ведь, оборотень, мы можем остановить... Я сказал свое окончательное решение. Прости, но мне нужно работать. Ладно, я тебя понял. Черт, теперь я остался один. Ну ладно, я разберусь с этим. Я это так не оставлю. Придется что-то придумать. В общем, ребята, уже ночь. Я отогнал свою машину, сделал вид, что уехал из деревни, и пробрался сюда. Только Генри знает, что я здесь. Я хотел заснять, как оборотень выходит из церкви, но уже несколько часов воют волки, полнолуние, а оборотня все нет. И, похоже, мне придется опять спускаться в этот подвал. Я уговорил Генри отдать мне те 2 серебряных патрона, так что у меня есть все шансы. На улицах, как обычно, никого. Все прячутся. А я лезу. Черт! Он заколотил окно. Интересно, он знает, что кто-то пробирался в церковь? Что же теперь делать? Может, он забыл запереть двери? Не может этого быть! Вот это удача! Ладно. Теперь живо в подвал. Я уверен, что оборотень там. Так, давай же, давай. Отлично. Ну что ж, пора положить этому конец. Я думаю, оборотень не вышел, потому что он слаб после ранений. И у меня есть шанс прикончить его. Теперь надо быть максимально осторожным. Никого? Не может быть. Но где он? Он ведь был здесь и не покидал церковь. Черт. Может, там есть еще какие комнаты? Там горит свет. Да. Скорее всего, здесь несколько комнат. Да тут целые лабиринты, мать его. И следы крови. Однозначно они приведут меня к волку. Твою ж мать! А вот и он. Он прикован цепями. Священник приковал его, и он не может вырваться. Он слишком слаб. Ну что... Пора покончить. Бросай пушку! Пушку бросай, я тебе говорю! Вот черт! Не шути со мной, или я дам приказ оборотню атаковать! К стене, к стене! Брось пушку! Вот так вот. Моему мальчику нужно питание. Поэтому живо подошел к нему! Подошел к оборотню! Но зачем ты это делаешь? Зачем кормишь оборотня? Он ведь убивает людей! Ему нужна забота. Кто-то должен позаботиться о моем сыне. Это твой сын? Не могу в это поверить, но... Но что с ним? Почему он такой? Что с ним произошло? Маленький. Он потерялся в лесу. Искали его несколько дней. И нашли. С укусом на животе. С тех пор, при полной луне... Он превращается в эту тварь. И ты привез его в эту полузаброшенную деревню, чтобы скармливать ему жителей? Либо они, либо мой сын. Извини, но тебе придется стать его ужином. Нет, вы же священник, вы не должны, я не хочу умирать. Я сказал, подошел к оборотню. А я сказал, бросай пушку. Генри? Генри, аккуратно, здесь оборотень! Да вижу, я вижу. Бросай пушку, я сказал! Вы не ведаете, что творите! Роберт, атакуй их! Черт!
Он погнался, погнался за Генри. Где мое ружье? Отлично. Генри! Генри, держись, я уже иду! Надеюсь, он еще жив. Выстрелы. Генри, держись! Эх ты, тварь! Получай! Вовремя ты пришел. Он мертв? Думаю, да. 3 серебряных патрона должны уложить зверя. Отлично сработано. Да. Но почему ты пришел? Ты же мне не верил. Пошел за тобой, чтобы ты не натворил глупостей. Вау, смотри! Что? Что там? Он превратился. Превратился в человека. Да. Это и был оборотень, который терроризировал вашу деревню. Его сын. А где священник? Похоже, оборотень задел его. Он в отключке. Надо вызвать полицию. В общем, ребята, все закончилось. Приехала полиция, арестовала священника, оборотня мы обезвредили, и теперь я могу ехать домой. Пора бы и отдохнуть. Генри, ты, может, снимешь уже свой костюм? Хэллоуин-то закончился. Да сниму я, сниму. Теперь можно. В общем, это, спасибо тебе за помощь. Да, не за что. Удачи тебе с твоим баром. Спасибо. И ты тоже не хворай. Приезжай в гости. Обязательно. Ну что ж, друзья. С вами был Егор Линч. Это мой YouTube канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч.